Мурманск свой день рождения отметил досрочно. Массовое гуляние и большой праздник развернули в центре города 3 октября. На 105-ю годовщину организаторы подготовили для жителей и гостей сразу 9 площадок, которые разместили вдоль проспекта Ленина. На одной из них был представлен и Северный флот. Главный подарок, который сделали представители Северного флота ко дню города, это выставка техники. Бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град», двухзвенные снегоболотоходы «Алеут», зенитный ракетопушечный комплекс «Панцирь-С1». Пусковые установки С-400 «Триумф» пригнали прямо на улицу Комсомольскую и не просто показали, а дали посидеть за рулем боевых машин. На проспекте Ленина перед зрителями выступила группа военнослужащих отдельной краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты. Морские пехотинцы продемонстрировали приемы рукопашного боя и искусство владения стрелковым оружием. Если такое выступление впечатлило, желающие могли записаться на службу по контракту, не отходя от площадки. Рядом развернули мобильный пункт отбора граждан.